В Алматы вынесли приговор по делу о штурме резиденции президента и акимата города во время январских событий. Перед судом предстали 11 человек. Им предъявили обвинения по нескольким статьям, среди которых захват заложников, зданий, участие в массовых беспорядках и насилие в отношении представителей власти. Судебный процесс длился с сентября прошлого года. Прокуроры запрашивали от 10 до 12 лет лишения свободы. Однако с учетом закона об амнистии для участников январских событий, который Касым-Жомарт Токаев подписал в ноябре 2022 года, подсудимые получили сроки от года и 9 месяцев до 7 лет в колонии общего режима. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел наличие малолетних детей, состояние здоровья и отсутствие судимостей.